Сейчас я делаю еще один вид, панораму с Терриконы, шахты Бутовка Северная. Сейчас я делаю ее в сторону Ясиновки, вот там где-то Землянки, снова Ясиновка, где-то вот там подстанция, вот он, интернат, школа для глухих, вон то озеро внизу, или ставок, который горки, ставок горки, и поселок этот весь, хоть он и дачный, но называется Горки. Вот такой вот вид. Я по-прежнему на Терриконе нахожусь, ожидаю товарища Александра Кирилловича. Вот вы видите вид на интернат.